Ну, органов правопорядка. А сейчас вот перед вами женщина в этом черном пальтишке. Это не Тихановская, нет, если кто-то так подумал. Это Моника Горбачевскайте. То есть долголетняя, долголетняя работница, долголетний наемник. Самый злостный, самый вонючий инфопомойки в Литве, Дельфи.лт, принадлежащего скандинавскому капиталу. И после выслуги перед хунтятами, после выслуги перед этими власть в Литве захватившими организованной шайкой воров и бандитов, ее потом перевели руководить вот нашим национальным радио и телевидением. И с тех вот, с начала его руководства, литовское национальное радио и телевидение стало сплошной помойкой голубинного помета. Каждая вторая тема голубинная, голубятинная. И все это заслуга Моники Горбачевскайте. Вот этой в черной полтишке, да. Пропагандонка, клейма негде ставить на ней. Так, что здесь у нас еще?